Привет! Хочу поделиться с вами рассказом о своей велопрогулке по маршруту телецентр, Южный мост, торговый центр «Амбар», Фрунзенский мост, Самарская набережная, телецентр, общей протяженностью 37 километров. Начался маршрут на Московском шоссе. Мы доехали до кольца у центрального автовокзала, после чего по улице Авроры поднялись до Южного моста. Мост позволяет двигаться над железнодорожными путями одной из веток Транссибирской магистрали, а также соединяет берега реки Самара. Именно здесь, в районе Южного моста, совершают ежедневное паломничество многие самарские рыболовы. С моста открывается потрясающий вид на город и реку Самара. На горизонте виднеются трубы города-спутника Самары – Новокуйбышевска. Далее мы направились в торговый центр «Амбар», чтобы приобрести некоторые рыболовные принадлежности в магазине «Галамарт». Там были куплены фидерная снасть и набор крючков. Весь арсенал рыболовных принадлежностей, доступных в магазине, вы можете видеть на этих кадрах. Далее по Кряжскому шоссе мы отправились посмотреть на Фрунзенский мост, строительство которого было завершено в прошлом году. Жизнь в поселке Кряж кипит. Вот, например, трактор заготавливает сено. Сейчас мы проезжаем мимо войсковой части номер 59-292. Судя по строительным работам, Кряжское шоссе и улицу Шоссейную также планируется реконструировать. Вот он, Фрунзенский мост. С него отлично видно Самарский грузовой порт и лодочную станцию в бухте Новая.
Фрунзенский мост ведет в историческую часть города, где до сих пор сохранились дореволюционные постройки. Многие из них, конечно, нуждаются в глубокой реставрации. А вот площадь Революции с памятником вождю мирового пролетариата Ленину. Когда-то на этом же месте стоял памятник русскому царю Александру II. А вот улица Куйбышева, также сохранившая большую часть исторической застройки. По Волжскому шоссе мы двигаемся в сторону Самарской набережной. Справа от нас Самарский театр драмы имени Горького. Его здание, построенное в 1888 году, объект культурного наследия. Вот мы с вами и доехали до Самарской набережной, где и завершаем нашу велопрогулку. Спасибо, что были вместе с нами. Подписывайтесь на наш полезный канал. До новых встреч. Пока!